О, здорово, здрасте, привет, а, да, до свидания, о. Выиграл, короче, игру такую охуенную, блядь, да? Называется State of Anarchy. Вообще, блядь, там, сука, блядь. В общем, игра там, да? Опять на Unity, не знаю, на каком Unity там. На всяком Unity. В общем, надеюсь, геймпад работает. Сейчас посмотрим, вроде нет. Плохо. Смотрите, как нарисовано, какой дизайн, какая музыка охуенная, да? Там, вот, смотрите, да? Сейчас что-то будет, да? О, блядь, хардкор. Мы на нормале будем играть. Вообще-то лучше на изи, но нет, ну. Видите, по стадиям всего 21 уровень, охуенно. Это что-то мало уровня. О, блядь, тут еще это... Вообще, тут охуенно, смотрите. О, геймпад работает, но прицел не вертится. Блядь, короче, на геймпаде не поиграет, сука. Видите, блядь. Дыш, 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 дыш. Охуенно, блядь, это школьники делали игру, блядь. Просто охуенно, блядь. Реально на урок сидели, рисовали, блядь. Смотрите, охуенная игра, блядь. Блядь, не знаю, это русские делали вообще или, блядь. Я даже из машины стрелять могу. Пиздец, блядь. Вообще, посмотрите на следы от машины, блядь. Вы когда-нибудь в GTA видели такие подобные следы, блядь? Это просто охуенно. Я как циркулем рисую, блядь. Идеально, блядь. Ровный круг. Ха-ха, машина, блядь, перданула. И похуй. Всех убью, блядь. Блядь, на меня машина напала. Спасите, блядь. Ничего, бесконечно? Что тут делать надо? Он мне туда показывает. О, сядь. Погнали нахуй. Ебать. А где перед машиной, не понимаю. Вообще охуенно. Помните, GTA была еще вторая? Кажется. Ой, подлечился здесь. А ты в банк. Грабим банк, нахуй. В GTA какая-то вторая, что ли, была? Или первая, блядь? Вид сверху был. Похоже, да? Ну, там, конечно, не такой дизайн был. Тут тупо, блядь, тетрадки нарисованы все. Ебать, там босс, блядь, главный банкир. Это банк. О, таланты. Тут можно прокачку смотреть, сделать даже прокачку. Так, жизни увеличивает. Спид увеличивает. Так, это восстановление. Ну, конечно, блядь, надо вот это прокачать. Чтобы жизнь восстанавливать. О, автомат. Нихуя себе. Это не автомат был, а два пистолета. А что делать дальше-то? Ну, пойдем-то дальше. Так. О, птичка у меня, смотрите. Бля, игра прикольная, нахуй. Не знаю, сколько стоит рубль, наверное, как обычно. Ебать, а? Не, жопой еду. Пиздец.
сука, застрял, блядь. Блять, застрял! О, тут деньги еще есть, посмотрите. Что-то купить может можно. Так, нам банк. А это тут надо грабить банки. Абдулина, блядь. Я не знаю, это русские делали или не русские. Вообще дизайн похож на русский, как будто, да? Вот эти мультики там раньше старые были. И то и озвучка тоже такая, как будто русские делали, да? А хуй его знает, может это не русские. Может это америкосы. Ебать, я уже 6-го левела. О, да, пиздюлей, так. Так, могу еще изучить таланты. Давайте вот это изучим. Стрельбу, это бег, да? Ну, бег нам нахуй не нужен, мне кажется. Потому что вот это надо качать. Так. Ой, это дробовик, блядь, круто. Бабки тут лежат, они еще пропадают. Бля, сука, какая легкая игра, охуенная. Пиздец, бля. Давно такие не играл, да? Я не пойму, а кто на меня нападает? Ну, она такая однообразная довольно-таки. Что-то это какой уже уровень? Второй, да? И все одно и то же, блядь. Я приезжаю в банк, там сидит какой-то босс, и все одинаковое, блядь. Банк одинаковый, нахуй. То есть, блядь, никакого нету. Могли разные какие-то боссы сделать. Ну, типа, тупо стёб, блядь. Не, ну он типа стреляет там, блядь, уже у него жизни больше. Блядь, по сути, это одно и то же. Блядь, они заебали, блядь. О, чемодан, лечимся. Ебись, повезло. Еще сдох. Еще чемодан. Так вот. Так вот, да, так вот. И чё? Я теперь по 3 стреляю, что ли? А могу сменить оружие как-то? Хай его знает. Вроде нет. Тут же, ну, мышка там, блядь, всякую, ну, хуя не меняет. А сколько я денег уже заработал? Я чё-то индикатор денег не вижу вообще. Если он даже есть, его не показывает. И машины тут нету, блядь, типа разных машин, блядь.